Уходит из зоны, но вот этот прессинг приводит к тому, что есть зоны, куда мы проникаем, и сразу же бросок, и шайба в воротах! Назаров отличился. Хорошая перспективная атака, но не смогли воспользоваться свободным пространством. Ух, как здорово! И шайба влетает в ворот. Ну и сейчас с поворотом стремляется в прессинг, что позволяет уже нам проводить контратаку. Чижиков смещается, бросок, добиваем, 3-0! Повтор. Блином, вроде бы все против Платонова, и Дербенев не сумел выиграть бросание. Платонов оставляет защитникам, и шайба влетает в ворота.